Альбом «Разважанні погляд». У музеї історії Гомеля відкрилася нова вистава «Коло життя білоруса». Її організували у рамках проєкту «Білоруський сімейний альбом». Гэты освітницький культурний проєкт з'явився у 2019 році. Його запустили у соціальній сетці Instagram з метою пропонувати білорусам озирнуться назад і поглядіти у очі своїх предків. Проєкт персоніфікований. Організатори представили гомельчанам фотоздымки людей з різних періодів існування країни. Шість зворотів «Коло життя Беларуса» расскажуць кожнаму пра дзяцінства, сталенне, навучанне, вяселле, сямейнае жыццё і смерць. Усё гэта зафіксавана на старых фотаздымках. Идея возникла год назад, мы его установили на платформе Instagram. То есть мы решили через такую несерьезную платформу показать серьезные проекты. Ну, прежде всего, конечно, привлекая молодежь. Мы надеялись на обратную связь, и мы ждали фотографии от белорусов со всей страны. Белорусский семейный альбом находится на Инстаграме. Туда присылают фотографии со всех районов, маленьких городов, больших городов Беларуси со своими историями. Присылают своих предков, рассказывают историю предков, хотят, чтобы вообще, в принципе, остался в электронном виде информация о предках для потомков. Фотоздымки допомагали збирать жыхары Гомельщины. Подчас выставы авторы проекта уручили им подяки. Отзначили так само и наших коллег, журналистов Александра Гавейку и Алену Троценко за уклад у информационное осветление проекта. Авторы выставы запрашают здесь подороже по житті белорусов до 4 кастрычника.